сейчас тапочки потеряешь. Да. Я вот так вот садись вот сюда. Ой, мне можно там сниму? Да. Ой, аккуратно, держись. Да, да. За меня прям держись крепко. Так, ну что, мы приближаемся к мысу. О, да ладно, такой простор. Это просто красота. Аккуратно, держись. Да, я присяду. Давай присядем. Да, держаться за свалью. Нет, ну тут вообще, внутри такое дикое место, да? Прям, мне кажется, это даже трудно. Мне кажется, знаешь, я прям сейчас буду давить. Да, на самом деле, как бы внизу видно, тут очень много. Прозрачная, чистейшая, ветер, лицо. Нам волосы разбивало. Да, наверное. Солнечная красота. Блин, как же здорово все. Как хорошо выглядит. Активный отдых, загар и море, солевые ванны, и все это на пользу и здоровью, и телу, и душе. Просто приятно. Приезжайте к нам в Крым, занимайтесь дайвингом. Покажите нам, мы вам сделаем экскурсию. Сейчас мы вам покажем, как это делать. Смотри, мы останавливаемся, значит, мы будем этим обосновываться. Да, мы сейчас будем ныряться. Там я хочу. Сколько поярко. Такое дикое место, да, прям все. Стараю, как под водой красиво. Мы побежали. Да. Такие тут будут караси, караси. Караси будут нам прислать. Нам все легко. Все, будем ловить. Главное, чтобы их там зелененького, такого скользкого, слизкого. Главное, чтобы он был живой, потому что если он будет мертвым, я этого не перенесу. Так, ну все, нас уже зовут, пойдем переодеваться. Все.